Привет, с вами Сойер и сегодня я хочу поговорить с вами про ошибку на единицу. Ошибкой на единицу принято называть такую ситуацию в программировании, когда вы э, в результате ошибки не доходите на единицу до границы интервала, либо на единицу его превышаете. Как правило, это свойственно циклом FOR, классический цикл FOR, где мы указываем условия выхода. Подвержены такой ошибке при неверном, услов... неверном определении условий. То есть вместо меньше мы можем указать меньше равно, либо наоборот. И тогда на эту самую единицу мы ошибемся. Конечно, это можно избежать, если использовать циклы for each. Но это уже другой вопрос. А поговорить я хочу о этой ошибке, потому что сам совершил ее в прошлый раз, когда рассказывал про корзину товаров. Давайте вспомним. Я определил стоимость корзины товаров следующей формулой: у нас есть и товаров, от 0 до n, где стоимость этого товара суммируется и умножается на сумму всех скидок для этого товара. И определил я это все вот таким образом. То есть у нас есть сумма, которая стоимость товара, которая умножается на сумму скидок, и все это суммируется, получается итоговая цена. n я определил меньше 5, а саму корзину определил как простой массив. И тогда мы определяем действие, Который имеет два варианта. Первое при i меньше n я определил просто действие push. А второе пустое действие я определил при i больше равные. И как вы понимаете, вот здесь и содержится ошибка на единицу. Смотрите: я не сделал одного важного действия. Я не проверил и не показал, что функция инвариантна. Я сделал это умозрительно и сказал: Мол, ну, ну здесь все очевидно. Зачем проверять? И это было ошибкой. Потому что при проверке мы видим, что я ошибаюсь ровно на единицу. Смотрите, подставляем 0. Ну а проверку мы, естественно, проще всего сделать простым перебором. Все возможные состояния и перебираем. И очевидно, если они все у нас инвариантны, значит и э, функция инвариантна. Так вот, при нуле у нас получается после пуш один товар в корзине, при единице 2, при двойке 3. При тройке 4. А вот при 4 мы получаем 5. И это нарушает инвариант. Вот она ошибка. Естественно, что правильное условие здесь должно быть на единицу меньше. И этого я не сделал, повторюсь. Я должен был проверить на инвариантность и не проверил. Я это сделал мазрительно, ошибся и, соответственно, все остальное реализация в программе э, и тестирование могло также пропустить эту ошибку. Конечно, если бы мы технически определили инвариант в программе и заставили его контролировать это условие, мы бы поймали эту ошибку. Но только в том случае, если бы попытались добавить в корзину больше четырех товаров. И, кстати, здесь раз, два, три, четыре, пять, да, больше пяти товаров. А, опять же, индекс с нуля тоже очень способствует а, ошибке на единицу. Так вот, и в этом смысле а, добавление инвариантов, оно позволяет контролировать в рантайме ошибку и а, выдавать соответствующее сообщение пользователю, если она произойдет. Но по-хорошему инварианты должны быть дополнены тестами, и в таком случае тест бы позволил нам определив вот эту границу, то есть мы бы поняли, что у нас есть 5, и в окрестностях этой пятерки мы бы сделали тесты. И они бы нам помогли выявить на этапе тестирования и подготовки приложения к публикации в продакшн проблему. То есть инвариант помог бы нам определить границу. Представьте, что если бы инварианта не было, и по факту это означало бы, что у нас n меньше бесконечности. Конечно, рано или поздно мы бы превысили технические ресурсы клиента, если бы он добавлял, 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 добавлял товары, и он сказал бы, мол, все, память закончилась, до свидания. Поэтому протестировать такую ситуацию нельзя было бы никаким количеством тестов. Мы все равно должны были бы определить какую-то границу. И вот эта граница и являлась бы инвариантом. То есть очень часто мы используем инварианты, сами не понимая этого, мы логически к этому приходим. В более сложных случаях, конечно, более явно можно определить инвариант, и вы понимаете, что это инвариант, особенно если вы этот вопрос прорабатывали. Поэтому тесты должны добавлять э, нашим программам надежности, но инварианты при этом не являются чем-то лишним. Повторюсь, инварианты используются в рантайме, и они э, должны генерировать исключения в случае, если нарушаются, потому что это исключительная ситуация. Они ни в коем случае не должны нарушаться, а тесты должны, используя инварианты и границы, и их условия, покрывать эти границы. У нас могло быть, мог бы быть очень сложный случай, у нас могло бы быть 100 товаров, 100 скидок, много разных комбинаций, и с простым перечислением проверить было бы очень сложно. Поэтому инварианты плюс тесты это отличная стратегия, и я ее вам очень рекомендую. Ну а с вами был Сойер, сегодня я рассказал про ошибку на единицу. До свидания.